Друзья, доброе утро. Вернулся с органической ярмарки в Питере. Есть время немножко записать видео для вас. Сегодня пищевые корпорации мира гоняются за пребиотиками, пробиотиками, функциональным питанием, в частности, за инулином. Мы сегодня импортируем практически полностью инулин в Россию. Это огромные суммы, огромный тоннаж. Мир его получает в основном из искусственно культивируемого цикория. Не тот цикорий, который мы видим в полях, это цикорий, который больше похож на свеклу. Это Бельгия, Китай. Вот. А в топинамбуре у нас есть очень много инулина. Так вот, топинамбур используется активно в продуктах хлебопечении, в кашах, где угодно. Вот. Это может быть как посыпка, так и основной продукт. Что характерно, у него очень насыщенный запах. То есть открываешь первый запах, это органолептика. Ну, допустим, есть у нас какой-то десерт на утро. В данном случае это блины с вареньем, с яблоками, с творогом. И как вариант просто посыпать, да. Топинамбуром. Вы так можете посыпать любой десерт, любую кашу, любые сырники, блины, пожалуйста, что угодно. Также можно, если вы печете шарлотку, печете кексы, используя корицу, либо используя муки черемухи, вы видите свою выпечку на другом уровне. Главное, отстройтесь от массовой конкуренции. Пробуйте, экспериментируйте и поддержите отечественных производителей.